Здравствуйте, меня зовут Алия, я работаю менеджером компании «Алегрия», и мы получили вопрос от нашего подписчика, какие налоги необходимо заплатить при продаже недвижимости в Испании. Продавец платит при продаже муниципальный налог, который называется «Плюс-валим муниципаль» – налог на прирост земельной стоимости, размер которого зависит от кадастровой стоимости земли, недвижимости под построенным жильем и количества лет владения недвижимостью. Данный налог может составить в среднем от 500 до 2000 евро. В случае, если покупатель не резидент Испании, то он должен заплатить 3% от цены продажи в счет возможного налога на прибыль. И если прибыль не возникла между покупной и продажной ценой, то необходимо сделать декларацию и налоговые возместить 3%. Кадастровая стоимость – это расчетная величина, которая определяется в результате государственной кадастровой оценки объектов недвижимости с учетом их классификации по целевому назначению, в том числе на основе информации по рыночной стоимости объектов недвижимости. И хочется отметить, что с января 2015 года были внесены существенные изменения в порядок исчисления этого налога в сторону его увеличения. Спасибо за внимание. И ждем вас в нашей солнечной стране Испании. Пока!